Накануне в Китае прошел финал международного песенного конкурса «Singer», в котором приняла участие Полина Гагарина. Российская артистка уверенно прошла все этапы музыкального соревнования и покорила аудиторию зрителей из Азии, но, к сожалению, одержать победу так и не смогла. В последнем выпуске китайского телешоу Полина заняла лишь 5-е место. Победителем стал Лю Хуан, следующую строчку занял Ву Цин Фен, 3-м стал коллектив Super Vocal, а за ним артист Ян Кун. Певица уверяет, что не расстроилась из-за результата финала. По словам Гагариной, благодаря шоу «Singer» она почувствовала уверенность в своих силах на международной арене. Кроме того, у исполнительницы появилось много поклонников в Китае. Вот и все, прокомментировала свое участие Полина. Это было удивительное приключение под названием «Singer». Это был невероятный опыт. Я стала сильнее, я обрела новых друзей, талантливых людей, целый новый мир. Я так горжусь своей командой, обожаю свою семью. Во мне оказалось намного больше, чем я могла бы предположить. Такие вещи не делаются просто так. Я уверена, что это только первый шаг, новая дверь, новый шанс. Мы не выиграли конкурс, но то, что я приобрела, важнее всех первых мест. И это чистая правда. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!